Тема дня у прямому ефірі. Вітаю. І сьогодні говоримо про нові подробиці пожежі у таборі «Вікторія». Суд визнав міську раду Одеси цивільним відповідачем у справі про пожежу у дитячому таборі «Вікторія». Таке рішення було ухвалено 2 липня. Потерпілі вимагають від мерії грошової компенсації у розмірі майже 4 мільйони гривень. Адвокат потерпілих Микола Стоянов також попросив накласти арешт на майно громади у розмірі позовних вимог. Це клопотання було повернуто для усунення неточностей. Нагадаємо, що у ніч на 16 вересня у дитячому таборі «Вікторія» в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. Загинули 3 дітей. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 270 Кримінального кодексу «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». І сьогодні повинно було відбутись чергове судове засідання у цій справі. Більш детально про це у сюжеті від наших колег з новин. На судовому засіданні більшість учасників процесу підтримали рішення про відкладення розгляду справи через наявку батька однієї із загиблих дівчат Олексія Мазура та його адвоката Оксани Муравської. Дуже жаль, оскільки прийшов дитина, яка хоче давати показання в суді. Дуже конкретно сили, але учитывая, що є таке заявлення, то я підтримую прокурора. Я вважаю, що розгляд справи неможливий у зв'язку з тим, що Мазур та його представник подали вказану заяву. Проти висловився представник 37 потерпілих під час пожежі дітей Микола Стоянов. Я возражаю проти удовлетворення, извините, пожалуйста, такого заявлення ходатайства. В результаті суддя ухвалив відкласти судовий розгляд. Отмічаю, що УПК не встановлює однозначного основання для переносу судебного засідання в случае неявки потерпевшего или его представителя. То есть в каждом отдельном случае нужно этот вопрос разрешать, а каким образом задеваются права соответствующего лица, то есть потерпевшего. Я считаю, что в данном судебном заседании мы могли бы плодотворно поработать, несмотря на отсутствие одного из потерпевших. Но другие участники процесса, мое мнение, не поддержали, и в конечном итоге суд занял позицию о том, что будут нарушены процессуальные права. Коментувати судове засідання інші учасники процесу відмовились. Наступне судове засідання з допитом потерпілих назначено на 12 липня. Олена Логінова, Олексій Росомахін. Факти. Тема дня у прямому ефірі. Ми продовжимо і хочу представити гостей програми. Анатолій Герасимчук, представник батьківського комітету, та Микола Стоянов, адвокат родин потерпілих. Вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми щойно побачили сюжет і зрозуміли, що сьогодні судове засідання не відбулось. Микола, прошу більш детально, чому воно не відбулось? Ми почули, що наступне засідання буде 12 липня. І що саме сьогодні повинні були розглядати, і яке рішення могло бути сьогодні озвучене? Ну, действительно, график судебных заседаний в рамках этого уголовного производства достаточно плотный. И уже несколько заседаний не состоялось на протяжении нескольких дней. Последнее судебное заседание имело место 5 июля настоящего года. Но сегодняшнее заседание было отложено, по сути, в сюжете была отражена основная причина. Один из представителей одного из потерпевших не смог принять участие в связи с участием в другом уголовном деле в Донецкой области, в одном из районных судов города Мариуполя. В связи с этим суд счел необходимым отложить судебное заседание. Что касается запланированности, то на сегодняшний момент, согласно установленного порядка и объема исследования доказательств, у нас исследуются показания потерпевших. Были вначале допрошены родители погибших девочек, которые признаны потерпевшими в настоящем уголовном деле. И на сегодняшний момент мы постепенно работаем над исследованием показаний малолетних детей, а именно тех деток, которые проживали в ту злосчастную ночь в корпусе номер 5 по даче Ковалевского 93. Поэтому по установленному порядку планировалось допросить одного из малолетних детей, а также и его маму, которая также является потерпевшей в настоящем уголовном деле. Но, к сожалению, в условиях
невозможности проведения судебного заседания, такой допрос отложен. И я не уверен, что в следующем судебном заседании мы сможем обеспечить явку этого ребенка. Постараемся, правда, конечно же, максимально содействовать, потому что все мы, все участники процесса, безусловно, начиная от обвиняемого, ключевой фигуры, и заканчивая всеми другими участниками процесса с противоположного лагеря, то есть со стороны потерпевших, мы все не заинтересованы в затягивании процесса. Ну и, безусловно, я не могу здесь не отметить тот момент, который лично, по моему мнению, и мы неоднократно об этом говорили, мы настаивали и ходатайствовали об объединении всех уголовных дел, которые так или иначе отпочкованы, извините, выражусь таким образом, от основного уголовного дела, заведенного по факту самого пожара. Но на сегодняшний момент, только по моим подсчетам, таких уголовных производств не менее 6. И далеко не всех в этих уголовных производствах мы имеем, мы, я имею в виду дети малолетние, которые остались живых, имеют статус потерпевшего. Это большая проблема. Более того, во время исследования доказательств так или иначе возникает вопрос о необходимости выяснения абсолютных деталей, которые тем не менее выходят за рамки пределов доказывания по статье 270, то есть нарушение правил противопожарной безопасности, выступившей причиной наступления пожара, которое повлекло гибель людей. Поэтому, безусловно, это проблема, и всесторонность, объективность и полнота таким образом не может быть обеспечена. И эта проблема, на мой взгляд, имеет системный характер, и при том судебном решении, когда нам было отказано в удовлетворении ходатайства об объединении в одном производстве этих уголовных дел, я считаю, что установить всю картинку будет намного сложнее. Но тем не менее, акцентирую внимание, основной задачей, основной целью участия всех потерпевших, прежде всего, конечно, родителей, которые действуют в интересах малолетних детей, является установление, что на самом деле произошло. Угу. Это ключевой момент, и мне не хотелось бы, чтобы акценты смещались в сторону возмещения нанесенного ущерба. Якщо я вас правильно розумію, ви представляєте інтереси 37 родин, так? На сьогоднішній момент, так. Да. Є ще родини, які не визнані, так, потерпілими? Да, это 37, давайте называть вещи правильно, процессуально отражать, как они соответствуют процессуальным аспектам. 37 детей, в интересах 37 детей я осуществляю представительство в настоящем уголовном производстве. 35 из них имеют статус потерпевших. Двое из них, по халатности, халатному отношению со стороны органов уголовной юстиции в рамках досудебного расследования не были признаны потерпевшими. Да, безусловно, действующее законодательство требует инициативности в приобретении этого статуса, но мы имеем дело с малолетними лицами. Мы имеем дело с родителями, которые, понятно, не имеют юридического образования и где-то могли в этом части немножко недоработать. И незнание, возможно, всех тонкостей законодательства, тем не менее, при таком резонансе в обществе не могло повлиять на то, что часть детей, которые также проживали в корпусе, остались без этого статуса, а, соответственно, их родители без статуса законных представителей. Я считаю, что это недопустимо. Как сейчас можно это выправить? Это не главная, не основная, вернее, скажем так, проблема. Есть как минимум два уголовных производства в отношении сотрудников МЧС. Я не буду называть их фамилии, дабы не нарушать принцип презумпции невиновности, в которой на сегодняшний момент, кстати, это производство в отношении них объединено в одно и рассматривается в Киевском районном суде города Одессы. Так вот, в этих производствах мы не имеем статуса даже потерпевших и гражданских истцов. Нам было отказано, и по этому поводу наша единственная возможность исправить эту ситуацию – это обращение в европейские институции, а именно в международное судебное учреждение Европейский суд по правам человека. Такое обращение подготовлено, и я считаю, что с учетом того вреда, который причинен, и количество детей, ну и плюс статус непосредственно малолетнего ребенка, малолетних детей, он повлияет в конечном итоге на то, что Украина получит еще одно решение против себя, к сожалению. Но это единственный вариант, который позволяет нам работать. И здесь, в этом же аспекте, хотел обратить внимание. Юристы профессиональные меня поймут. Европейская конвенция о защите основных прав человека и основоположных свобод 50-го года, к сожалению, защищает только тех участников процесса, статья 6 этой Европейской конвенции, которые имеют статус гражданских истцов, а не потерпевших. В связи с этим во всех уголовных производствах мы дублируем гражданские иски.
И я хочу еще раз это подчеркнуть. Мы используем все возможные правовые инструменты для того, чтобы главная цель и единственная фактически цель – это установление картинки случившегося и привлечение в связи с этим всех лиц к соответствующим видам юридической ответственности. Мы не хотим ничего более. Мы не хотим, извините за выражение, перегнуть где-то палку. Пускай каждый понесет ответственность только в той части, в которой он реально совершил и виновен. Щодо нового відповідача, ви наполягаєте на тому, щоб тільки міська рада відшкодовувала компенсацію потерпілим? Я, Юля, очень признателен вам за этот вопрос. Почему? Потому что он действительно будируется на сегодняшний момент в средствах массовой информации. И, к сожалению, мне кажется, не в силу какой-то запланированности или умышленности, журналисты несколько коверкуют тот смысл процессуального действия, инициатором которого мы выступили. На сегодняшний момент мы предъявляем свои требования о возмещении морального ущерба к обвиняемому, к коммунальному учреждению, коммунальному, еще раз обращаю внимание, Виктория, и добавились к числу гражданских ответчиков еще Одесская мэрия. Это продиктовано исключительно юридическими нюансами. Любой из юристов поддержит меня во мнении о том, что в том случае, когда преступление совершено наемным работником, а директор предприятия – это все равно наемный работник, коммунальное учреждение, извините, юридически материальную ответственность должна в этом производстве нести должен работодатель. А уже работодатель в регрессном порядке обращает свое взыскание к обвиняемому. Обратите внимание, иск в интересах Одесской городской мэрии подан прокуратурой области еще в рамках досудебного расследования. И размер этого иска на сегодняшний момент составляет сумму, если мне не изменяет память, почти 8 миллионов гривен. Я бы просил абсолютно и общественность аккуратно отнестись к этому вопросу и правильно расставить акценты. В данном случае, еще раз повторюсь, продиктовано исключительно положениями действующего законодательства. В отношении требований нематериального характера, а тех детей и их родителей, законные представители, да, которых я представляю, осуществляют договорное представительство, они настаивают на том, что вина директора коммунального учреждения является очевидной. Если не в самой непосредственно причине пожара, то как минимум в несоблюдении целого комплекса норм, которые предписывали необходимость предотвращения тех последствий, которые могли быть вызваны абсолютно любой причиной. Я уже приводил этот пример, повторю еще раз. Даже если бы ударила молния в здание, то есть имел место, например, какой-то несчастный случай природного характера. Даже в этом случае законодательство предписывает, что должны быть соблюдены нормы, которые предотвращают эти общественно опасные и трагические, как, к сожалению, показала практика, последствия. И в данном случае требования о привлечении к ответственности виновного лица обращены к обвиняемому в этом самом нашумевшем процессе. Хотя еще раз хочу обратить внимание, извините, немножко сумбурно. Это не значит, что вот когда прокуратурой и суд поддержал этот подход, было раздроблено одно уголовное дело на миллион других. Это не значит, что мы выделяем какое-то основное и главное дело. Так уж получилось, что на сегодняшний момент есть только одно лицо, которое содержится под стражей, и в отношении которого ведется, ну, главный, что ли, такой процесс. Хотя на самом деле это не единственное лицо, и родители, безусловно, я думаю, меня поддержат, представитель родительского комитета, предъявляют претензии, безусловно, и считают необходимым привлечение к ответственности целого круга лиц. Так, давайте послухаємо, до речі, представника батьківського комітету Анатолія Герасимчук. Як ви оцінюєте це рішення щодо нового відповідача, яким є Одеська міська рада, і дійсно, які у вас вимоги? Ну, дивіться. По-перше, Микола вже, ну, розказав, чому ми в процесі роботи, в процесі самого судових засідань почали виявлятися деякі моменти, деякі деталі, яких ми не знали на початок слідства. Так? Це і кому належить, хто відповідальний, чи взяті вони на баланс, чи запущені і так далі. І так далі. І виявилось дуже багато таких моментів, яких ми не знали, ми ними не володіли на початок слідства. Все це вже було в процесі судових засідань, тому Миколай вже правильно все розказав, і нашу позицію відповідачем за свого робітника є Одеська мерія як представник громади міста Одеса, Одещини. Так, я вас зрозуміла.
Ще таке питання. Може, представники міської ради намагались у позасудовому порядку надати якусь компенсацію родинам? Було таке? Ну, якщо ви вважаєте матеріальну компенсацію, матеріальну, ні, не було ніяких, ну, не було якихось намагань, спроб вийти з нами на зв'язок і запропонувати, як ви кажете, якусь матеріальну, відшкодувати якусь на матеріальну шкоду. Але ви знаєте, ну, правильно сказав Миколай, що в нас немає такої цілі заробити гроші. Наша ціль – встановити ото коло людей, які повинні нести за це відповідальність. Бо державна служба не дає індульгенцію на те, що ти не приймаєш неправомірні або неправильні рішення і які призводять до трагедії. Це і є місце, неправильно, було неправильно вибране матеріал, з якого будували, роботи були неправильно, були не виконані роботи по пожежній сигналізації і так далі, і так далі. Все це, і чим більш ми в це чим більше занурюємось, так, тим більше фактів викривається, які показують, що Горсові, міська рада проявила в цьому питанні, мало скажу, халатність. Розумієте? Тому це закономірно, що люди і відповідальні особи мають нести відповідальність. Тому ми будемо, наша ціль – справедливість і виявити всіх тих людей, які мають нести за це відповідальність. Про яке майно, до речі, йде мова у клопотанні, ну, щодо арешту, і, ну, можливо, це рахунки, що це? Отвечу дуже просто на цей вопрос. Ізначально було подано ходатайство на наложення арешту абсолютно без конкретизації того імущества. Единственное, была указана фраза о соразмерности исковым требованиям. То есть мы не хотим ничего больше на самом деле. Да и еще раз в десятый, в сотый, тысячный раз повторяем, что вопрос здесь совершенно не в той цифре. Любой, кто слышит эту цифру, да, она суммарно, может быть, звучит как-то внушительно, но если пересчитать на всех 37 детей, то она, я считаю, что является мизерной. Любой из практикующих юристов, я уверен, меня поддержит в этом мнении. А далее суд указал на несколько небольших недостатков процедурного характера и на сегодняшний момент попросил конкретизировать соответствующее имущество, на которое мы просим наложить соответствующий арест. Этим имуществом в скорректированном варианте ходатайства является непосредственно сам строение самого лагеря «Виктория», который, согласно информационной справке из Единого государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество, а этот запрос может сделать абсолютно любой, кстати, человек, оплатив мизерную цифру в 23 гривни, получив информацию о том, кому принадлежит этот лагерь. Так вот, на сегодняшний момент он находится в собственности Одесской громады территориальной города Одессы в лице Одесского городского совета. В связи с этим и продиктована необходимость добавления такого гражданского ответчика и инициирования вопроса наложения ареста именно на его имущество. А, до речи, каким чином впливает розголос цієї справи, не хід процесу, така увага ЗМІ, вона не заважає? Ну, ви реально четверта від власті на сьогоднішній момент, средства масової інформації. І благодаря вам ізначальний резонанс, він підтримується в обществі. І ми, на самом деле, признательні журналістам, особливо тим журналістам, які абсолютно доступно і об'єктивно освіщають ход происходящего розслідування і судебного розбирательства. Чому? Тому що без вас на сегодняшний момент вообще в целом в обществе трудно себе представить, как доносить информацию не с помощью средств массовой информации. Это достаточно сложно. И я считаю, на сегодняшний момент однозначно значение СМИ громадное в этом процессе. Я еще раз хочу обратить внимание, нас надробили на большое количество уголовных производств, и одной из этих целей, я как адвокат однозначно могу об этом говорить, является следующее. Это замучить родителей миллиардом уголовных дел, триллионом судебных заседаний и, безусловно, заставить приходить в судебные заседания с течением времени все меньше, меньше и меньшее количество людей. Эта цель была ясна, очевидна, и мотивировка при принятии такого решения абсолютно для нас понятна и очевидна. Я ще хотів би додати, Миколая, що, щоб ви розуміли, слідство велося дуже просто і легко. Не було ніяких розісних мероприятий чи розслідувань. Все було дуже просто. Взяли, до речі, хто за що відповідає, назначили за це відповідачем і все. І Янчик, приклад з Янчик,
дуже доречний, показує слушно, як це проходило і як велося розслідування. Це дівчина, яка була відповідальною особою так. за пожежну безпеку. Вибачте, мені здається, що ми знаємо, хто така Янчик. Добре, і які є основні результати, на вашу думку, за 6 місяців розслідування? А чому саме за 6? Може більше, якщо помиляюсь, то виправте. Ну, уголовне производство було зареєстровано одразу 16 сентября 2017 року, тобто на сьогоднішній момент це вже срок достатньо більший. Я оцінюю як неефективний, хоча б тому, що на сьогоднішній момент в рамках судебного розбирательства ми намагаємося встановити як мінімум одну головну і єдину причину виникнення пожежі. А целый комплекс экспертных исследований, документального подтверждения, показаний, они так и не позволили органам досудебного расследования установить реальную картину случившегося и что, по сути, выступило причиной наступления таких трагических последствий. Поэтому как мы можем оценивать в данном случае досудебное расследование? Как неэффективное. На вашу думку, может цей табір далі працювати? Этот вопрос поднимался мэрией в лице Департамента образования и науки совсем недавно, если мне не изменяет память, в конце мая настоящего года. Департамент обращался с ходатайством о снятии ареста с лагеря под формальной вывеской того, что нужно устранить те недостатки, которые изначально указывались в предписании о нарушении правил противопожарной безопасности, адресованные руководству коммунального учреждения «Виктория». Но, тем не менее, я очень признателен суду, который принял абсолютно взвешенное, законное и обоснованное решение о необходимости сохранения наложенного ареста на лагерь с целью сохранения этого лагеря как единого вещественного доказательства. Поэтому на сегодняшний момент я считаю, до установления причины превращать, давайте скажем это тяжелыми словами, место погребения трех девчонок в место продолжения развлечений для других, пускай нуждающих в соответствующем отдыхе детей, мы не можем допустить. Поэтому однозначно мы против возобновления работы лагеря, как минимум до завершения всех процессов и до вступления в силу судебных решений итоговых. Как рухается справа Зинаиды Цвиренько? Хороший вопрос, Юлия, я вам очень признателен за него. И в этом уголовном производстве досудебное расследование и процессуальное руководство, осуществляемое прокуратурой области, не нашло возможным проинформировать нас вообще о выделении таких материалов в самостоятельное уголовное дело, ну и, соответственно, инициировать вопрос о приобретении какого-либо процессуального статуса. В этом деле мы не допрошены, мы, я имею в виду представляемые мною лица, не допрошены ни в качестве свидетелей, не имеют статус ни гражданских истцов, ни ответчиков. Мы подготовили соответствующее заявление и в рамках подготовительного судебного производства, которое осуществляется в Приморском районном суде города Одессы, подали такие обращения. На сегодняшний момент подготовительное производство даже не началось. И ожидаем, если мне не изменяет память, или 31 июля, или 1 августа соответствующего судебного заседания, где будет разрешен этот вопрос. Как-то прокомментировать дополнительно мы не можем, потому что материалов дела мы не видели, они нам не открывались. Все, что есть на руках, это не более чем информация, опять же, благодаря вам, средствам массовой информации и обвинительному акту. Наступное заседание відбудеться 12 липня. Після нього які ще будуть засідання і коли можна чекати хоча б на якісь рішення? Я повністю розділяю ваші очікування, але давайте я, к сожалению, сніму з вас розові очки і скажу, що цей процес, він зовсім не короткий і, к сожалению, в некоторые розумні сроки вложитися він не зможе. У нас впереді допрос ще огромного кількості лиц, потерпівших, свідетелів. Если взять только список тех лиц, которые вызываются в суд для допроса в качестве свидетелей, на которых настаивает только сторона обвинения в лице прокурора, то это список на двух листах А4. Поэтому давайте быть объективными в этом вопросе, отдавать себе отчет и понимать, что этот процесс, к сожалению, не закончится 12 июля. В лучшем случае это продлится еще несколько месяцев. Это просто будет черговое заседание, так? Да. По порядку у нас дальнейший допрос деток. И разрешение вопроса о наложении ареста на соответствующее имущество. Это ходатайство еще до сих пор не разрешено.
Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли. На жаль, нас час в ефірі вже вичерпано. Нагадаю, що про нові подробиці у розслідуванні пожежі у таборі «Вікторія» сьогодні говорили з Миколою Стояновим, адвокатом родин потерпілих, та Анатолієм Герасимчуком, представником батьківського комітету. Дякую всім за увагу. До побачення.